Привет всем! Тут против солнца, я вообще ничего не вижу в экран, но зато тут все видно. Вот у меня помощник. Сейчас будем как раз ложить или класть уже, блин, угловые блоки. Неудобно в том плане, что блок сюда между блоками не входит. Здесь расстояние около 50 сантиметров, и каждый блок надо будет пилить. Целый ряд пилить надо будет блок. Интересно, они будут на червяка клевать или нет? Все. Ловись. И теперь ждать. Нема основного главного рыбака. Привет каналу Трепанации. Я приехал посмотреть, как продвигается процесс стройки. И я в шоке от того, что под такой жарой папа таскает кирпичи. Это мне напоминает, как и пирамиду строили. И опс. А никто не видел и не знает, как они строили пирамиду. Это есть только одни догадки, что так строили. Ты с такой легкостью эти блоки таскаешь наверх. Все нормально. А что ж тут? 20 килограмм, это даже меньше, он отпиленный. Мне просто стоять тут жарко, а он еще таскает шлакоблоки эти. Ты сгорел, ты как негр. Не сгорел, а загорел. Футболки был, но я не могу сейчас, жара 32, и футболки, и в штанах парит, и очень жарко. Я и так он полчаса поработал, пошел, окунулся. Миллиметраж. Да? Ну так все ж по размеру резалось. Ну, идеально. Это сложный ряд закладывания по отдельности каждого кирпича. А следующий будет промазал целой кареткой. Целый ряд, потом только щелк-щелк-щелк кирпичи. Подстукал, подровнял и ряд готов. Иду купаться. Сейчас окунусь. Я работаю отдыхаючи. Ну, наконец-то я заложил уже эти балки перекрытия. Сегодня приступаем уже к кладке первого ряда второго этажа.